Здравствуйте, друзья! Вы слышали прогноз погоды по стране? Тогда у меня еще один вопрос. Много ли точек на карте страны, в которой такая чудесная погода, как у нас на Кубани? Возьмем, к примеру, 30 октября. В Краснодаре целый день солнечно. Утром термометр покажет плюс 6, но уже к полудню его столбик поднимется до 15 тепла. Днем и того выше, плюс 20. Только к вечеру станет прохладнее, плюс 9, плюс 14. Ночью от 7 до 8 градусов тепла. В Тихорецке прогноз погоды мало чем отличается от краснодарской. Разница в 1-2 градуса. Ну, судите сами. Утром от 5 до 15 тепла, днем плюс 15, плюс 20, вечером 10-14, ночью 9-10 выше нуля. Прекрасная погода. Ей под стать на память приходят стихи Ильи Резника. Не стесняйтесь улыбаться первым солнечным лучам и губами прикасаться к сонным утренним цветам. Не стесняйтесь безмятежно петь о радости своей и отчаянных и грешных не судить своих друзей. Пейте чашу дружбы, пейте, сядьте в круг, не помня зла. Не стесняйтесь, не жалейте откровений и тепла. И не надо обольщаться, что дорога далека. Торопитесь удивляться. Жизнь довольно коротка. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросепкомонтаж». Отличные квартиры с ремонта. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и Анатолий Тычков желаем вам солнечного настроения.